Всем доброе утро и привет с прекрасной горной Армении. Сегодня мы начинаем наше путешествие по этой прекрасной стране, этим прекрасным горам, не очень прекрасным, но приемлемым дорогам. Сейчас мы находимся в районе города Горис и будем продолжать путешествие в сторону города Мегри через Капан. Погода отличная. Сегодня мы едем на шоссейных велосипедах. Вот, мы взяли с собой вот такие велосумки от компании Fast & Light. Мечтой всей моей жизни было спуститься по настоящему серпантину. И вот я его нашел. Вот он за мной. Фух, поехали. Пока мы спускались, начался дождик. Вот мы пересидим его, скорее всего, вот в таком месте, бомбоубежище, с кучей какашек, и поедем дальше. К сожалению, GoPro-шка села, поэтому видео со спуска не будет. Вот, но это не последний спуск, я надеюсь, поэтому еще посмотрим. Поднимаемся на перевал Воротан. Здесь порядка 13 серпантинов. Нам осталось еще где-то 8 или 9. Максимальный градиент у меня 22 было. Много очень фур, они занимают слишком много места на дороге, но мы как-то справляемся. Все очень-очень-очень такие приветные. Сигналят, машет ручкой. Очень приятно. За один раз преодолеть перевал не вышло, очень тяжело. Даже на скорости 1.1 у меня каденс 50. Медленно, но уверенно, тише, но дальше мы все-таки берем этот перевал. И осталось совсем чуть-чуть немного. Совсем чуть-чуть немного. Вика, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? Хорошо, просит меня останавливаться каждые 5 минут. Мы взяли первый перевал на 10 километров, почти 700 метров набора. Было очень тяжело, слава богу, был дождик, он чуток давал нам возможность охладиться. Вот, а наверху вышло солнышко и стало очень-таки жарко. Вот, смотрите, это только часть дороги, по которой мы поднимались. Вот видите, серпантинчики. Очень круто. Теперь нас ждет такое же, но только вниз. Поедем. Мы думали, что заехали на перевал, но, как оказалось, это был далеко не перевал. И вот уже 32 километр, а мы все еще едем вверх. Градиент 7-11%. Очень затяжной и тяжелый. Так как в Карпатах у нас не вышло покушать ежевики, мы ее нашли здесь. Очень вкусно. Сладкая. Не такая большая, как хотелось, но ничего. Перекусить мы решили вот в таком прекрасном месте. Вот вдали там видно озеро. Мы туда поедем. Находимся возле села Давидбек. Вот как раз возле границы с Азербайджаном. Кушаем вот такие вот слоечки. Они немножко просроченные, правда.
но... Не просочено. Очень вкусно! Вот мы спустились к водохранилищу. Водичка немного грязная. Ну, мы, собственно, купаться не собирались. Вот на фоне, смотрите, какие высокие горы. Вот нам завтра предстоит туда путь. Приехали в Капан, вот местная достопримечательность. Куча детишек, которые уже готовы забрать наши велосипеды. А будем искать место для ночевки. Мы прибыли на место, сняли номер в отеле за 5000 на человека. Учитывая то, что мы вчера в хостеле были и заплатили 5000 на человека, это, думаю, очень-очень-очень-очень выгодно и дешево. Вот. Двухместный номер, отличное место с видом на город. Вот, все красиво, ванная. Я записываю видео. Что там? В центре города, да. А вот с такой вот прекрасной картиной. Вот, будем переодеваться. Может, еще съездим где-то, погуляем по городу, купим что-то покушать и будем отдыхать. Вот так. А мы сходили в супермаркет, купили немножко еды. Вот такие бутеры мы себе забабахали. Здесь у нас есть немножко травы, сыр, сметана. И лаваш, собственно. Очень вкусно, быстро, питательно, дешево и сердито. Да, травки здесь есть, какие-то кинза, укроп, еще что-то. И базилик. Вот так вот. Еще нас ожидают фрукты на десерт, а завтра с утра у нас будет breakfast, как это? Завтрак за счет заведения. Вот, на сегодня, собственно, наверное, все.